Приветствую, бойцы! Как у вас дела? Как настроение? Представляю вам новую графику в игре Robot Warfare. Проверил уже не первый бой. Нашел, почему меня тупят, короче. Я все браузеры закрыл. У меня было открыто два браузера. В каждом по 10, по 20 вкладок. Вот я их закрыл, и сейчас работает на ура. Сейчас вам продемонстрирую. Сейчас был какой-то сумасшедший бой. Я там полуиграл, полутестировал. И получилось очень хорошо, посмотрите. По-моему, вообще великолепно. Рено мы отодрали. Рено — это крутой боец. Ну, почему-то я его запомнил. Там, видите, еще круче есть. Но я запомнил почему-то Рено. Он мне давным-давно мозги колупал. Со стародавних еще времен. Ну все, полетели тестировать новую графику. Вы пишите ваши комментарии, стало лучше или хуже. Но я знаю, что лучше. Я сам проверил уже. Записал, потом включил. Думаю, о, нифига как классно. Четко, сочно, круто. Ну, в общем, смотрите, вот так начинается с новой графикой. Потом, ну что, мы берем Диндону, допустим, потому что огневая мощь у него высокая. И бой будет вроде бы как скучный, неинтересный. То есть много ботов, их нужно убивать. Они хорошо убиваются роботами, где много тяжелых слотов. Хотя, вон, вижу Ассириан на дрове, 600 метров. То есть прокачал, все нормально, по фэншую у него. Зашибитлся. Обратите внимание на здание, вы видите... По крайней мере, должны видеть детальки. У вас должны быть окна прорисованы сейчас. Хорошо. Опа-на. Вас надо убивать. Так, бежим зигзагами влево-вправо. Ага. Димас контрабас получил по щам. Да. Одно неосторожное движение, и ты папа, блин, как говорится. Не там приземлился, не в то время, не в тот час. И все, и... Нету лунга. Так, ты где, малыш? Что там бегает? Алло, гараж, здравствуйте. Я включил суперремонт. Нифига он летает. Летучий корабль. До свидания, до скорых встреч. Ни хрена тут бич-банда нас. Я думал, бой будет скучный с ботами. Ну ладно, вот смотрите, как с улучшенной графикой это все дело происходит. В принципе, по FPS-у то же самое осталось. У меня видеокарта 1660 Ti. Это типа как и супер, одна и та же хрень. Ну и считается слабая, бюджетная. Но она особо-то и не нагружается, я вам скажу. Кто не знает, в эмуляторах важен процессор. Ну, видеокарта, я смотрю, сейчас 13%, 14%, OBS 15% занимает. То есть OBS больше нагружает видеокарту, чем игрушка. Как-то так. Ну, тут, видите, еще мало пулек летает. У нас такое. Раздолбали мы врагов. Мы раздолбаи. О, здравствуйте. О! Лопнул, братюня. Че, все? Ты чьих будешь? Это наш. Есть кто? Кого пострелять-то хоть? Ну, в общем, бой заканчивается. Давайте посмотрим итоги. Че там смотреть? Там будет копейки. Кто-то плакал. Скорее всего. Сейчас у меня ОБС больше нагружает компьютер, чем... игра. Ну вот большая карта. Типа тут сложно будет отрабатывать все дела. Большие пространства. Чем больше пространства, тем больше деталей, тем больше нагрузка. Ну давайте посмотрим, как справится мой компьютер. Ну желательно, конечно, мне процессор поменять или подразогнать его. Но смысла особого нет. YouTube сейчас денег не приносит. Я чисто по фану делаю ролики, потому что мне нравится. Три звезды, ма. Марс, Арсений. Какой Арсений был? Ассириан? Нихрена себе, сказала я себе. Это что за нагибатрон-то? Оооо! Вот сейчас я назад сдал, FPS просел. Ну, стреляем там. Издалека. Просто по площади работаем, что называется. По направлению стреляю. Вперед.
Так, давайте вместе дружно Ассирина загасим. Не хотите? Сыти, не хотите? Тут еще один негодяй пытается своровать. Надо ему, естественно, не давать воровать. Они думают, тут спрятались. Хрен там. От киберсоника не спрячешься. Так, мне нужен рывок. Нет, тебя надо гасить. Тебе там осталось хпшечки чуть-чуть. Где твои рывки? Ты что, рывки не делаешь? Прикокошили. Ассирин решил, что надо мочкануть меня. Ну, наверное, правильно. Щит у него лопнул. Сижу я в окопе. Я работаю по Ассирину, но он что-то все живой. И живой, и живой, и живой. Да, дела. Также пишите, вы заметили просадку по FPS или работает как и раньше. Лопнул братюни. Но там есть следующие братюни на подходе. У меня работает способность невидимость и быстрая генерация щита. То есть я сразу все включил. Так, Майка захватил. Диндон. Так, какой-то бой сложный получается. И никакой помощи на левом фланге от союзничков я и не ощущаю. А, ну была помощь, была. Вроде бы снайпернули его. Снайпернули, пидернули. Снайпернули, пидернули. Смешно так. Не знаю, что смешно, но смешно. Какой-то гады сказал. Сгорел на работе, братюня. Так, наверное, маяк мы не будем пока захватывать. Мы пока вот так сделаем из-за укрытия. Оп, блин, плохо получилось. Ну да ладно. Наверное, так мы возьмем. Опять воруют у нас маяк. Да что ж такое? Это получается маяк слева, справа. А что за безобразие? Тут нас уронен на огнеметах. Ёп, двое налево. А я по тебе попадаю, подкинь. Ты мне потратил 13% щита и немножко, ну тоже, наверное, 13% примерно тельца робота. Так, мы жутко проё. Хотя, в принципе, уже матерился, что стесняться. Мы жутко проёбываем. Ладно, там типа там чинно-благородно, потом можно где-то вульвировать. Вульва, в общем. А тут уже что стесняться, мы проёбываем. А кто это? Ну, нужно как-то этих... О, блях ты мух. Там мы не справимся. Ну, только я могу чуть-чуть помочь. Так. А кто меня бьет? О, блин. Так это же наше место. Какого-то хрена снайперочек прилетел на нашу точку. Такого быть не должно. Ну, допустим, я стал на середине маячок. Но нашу команду дико, жутко сливают. Она не вывозит каточку. Кто-то меня сливает. Вы не заметили? Я хрен знает. Да это снайперочек опять, да? Где этот снайперочек летает? Я что-то... Вон там сидит, что ли, на горе? О, подписались на канал. Ну, спасибочки. Вот сейчас я вижу, по жопке мне стреляют. Так, активируем щит. Вроде бы я свою жопку спрятал. Толстенькую. И мы перестреливаемся с этим Диндоном. Но он какой-то очень крутой. Но он включил регенерацию щита, все дела. Все по фэншую.
Ну-ну-ну. Понятно. Так, ну и пошли у меня огнеметчики. Не знаю, поможет улучшить ситуацию, ситуевину нашу. Непростую. Ты наш, да? Опа, ты наш. А ты не наш, да? Ты чьих будешь, ты не наш, да? Ну ты сейчас сгоришь. Я тоже сгорел. Нифига не лупят. Это вон тот лупил. Посередине который. Так. Вижу проблему справа. А, это не справа. А где проблема? А вон ведьма летает. Ну не знаю, это чем-то поможет, не поможет. Ну, встанем на маяк. По-моему, ничего не поможет. Ага. Да, зря я пошел направо. Ничего не достиг. Врешь, не уйдешь. Так, ну за проигрыш тоже золото дают, поэтому давайте становимся и маяк захватываем. Понятно, что мы продуем, у нас команда слабже. Там этот марсианин 3 звезды бегает. Это, конечно, не хухры-мухры. Так, тут какой-то бой намечается. 3 звезды марсианин. Ведьмочка там что-то прыгает. Угу. Где эта ведьмочка? Она задолбала. Она сливает очень сильно нашу команду. Ты где? Ну давай по тебе поработаем. Марсианин 3 звезды. Фига он сливается. Фуканлон, фунтик. Фунтик вообще дохлый робот. Ёкаламане. Так, ну наблюдаем. Если бы не помогал этот самурайчик ему, ничего хорошего с фунтика бы не произошло. Полторашка. Один вообще не играл. А, беда.